Всем привет, меня зовут Лиза, и сегодня я снимаю видео 10 фактов обо мне. Это мое первое видео, и я думаю, что оно лучше подойдет для знакомства со мной. И мой канал больше подходит девочкам, так что если ты мальчик, выключай это видео, и поехали! И первый факт, меня зовут Лиза, вы это уже знаете, мне 13 лет. Учусь в 7 классе, я могу сказать, что я отличница. Также я знаю французский язык, так как учусь и живу во Франции. Я очень люблю животных, а особенно собачек, это прям Но возможности завести ее у меня пока нет. Но пока что у меня есть попугайчик Кеша. Рыбки и котик Киша. Также я очень люблю музыку. Я ее слушаю практически 24/7. И многие говорят, что когда я даже этого сама не понимаю, я что-то напеваю. Очень люблю рисовать, прям вообще. И тоже люди, которые видят мои рисунки, говорят, что неплохо рисую. Я очень-очень-очень сильно люблю все, что связано с ногтями, маникюром, педикюром и всем таким. Так что такие видео будут на моем канале. Если вы не хотите их пропустить, то подписывайтесь на мой канал. Я хочу стать врачом, поэтому чаще всего я смотрю фильмы и сериалы про врачей. И я не люблю плавать в море или в реке, потому что я боюсь, что я на что-то наступлю и пораню себе ногу. А вот как раз в бассейнах я очень люблю плавать. И научилась это делать я в прошлом году. Я очень люблю растения, у меня дома очень много цветочков. Также у меня есть небольшой странный факт, это что мои цветы я называю человеческими именами. Это Коля, Маша, Паша, Витя. И последний факт обо мне, я люблю путешествовать, и вы будете видеть такие влоги на моем канале, и очень много. И, кстати, мы скоро поедем в 2 классных места, поэтому обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить такие видео. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте мне пальчик вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, и всем пока! Настя! А когда красненькая кнопочка горит, это оно снимает? Да. Блин.